Всем привет, ребят. Ну что, как вы и просили, показываю вам еще одну очередную интересную сборочку. Не знаю, будет тащить или не будет тащить, но во всяком случае, думаю, будет очень интересно посмотреть на этого героя, что он может на такой прокачке. И сегодня у нас будет на обзорчике мега имба, вот такая вот жаба. 9-9 ремочка, порочный пакт 8 рунами. По сути, урона тут должно хватать очень и очень прилично. 150% здесь, 90% тут включение, плюс панчбокс, плюс передача энергии стоит. По идее, должно быть неплохо. Поехали где-то в рейдах, поищем каких-то китайцев. Тайванцев, вот отлично. Есть мохнатка. Думаю, мохнатки тут хана. Ну, конечно, хана, как и жабе. Один на один разменялись. Но урона у нее немерено. Сейчас посмотрим. Вот, давайте против Бухника затестим. Супер. Винвиз ушла. Видите, насколько она быстрая? Бухник не успел долететь, а она уже ушла винвиз. Давайте тут затестим, посмотрим. Опа, чик. Вообще супер. А знаете почему так? А потому что срабатывает. Смотрите. Это самая большая вечно проблема. Из-за того, что им добавили ремки. Так. Ну, сейчас уже не должно быть, по идее, смотрителя. И будет сейчас все намного лучше. Так, есть, отлично. Поехали тестить опять дальше имбу. Так, против лазури. Ну, кто кого? Ну, что-то как-то не впечатлило. Это, конечно же, не тот тест, который должен был быть. Так. Сейчас мы найдем где-то расту попроще. Герой своеобразный, интересный. На 12-м скилле он еще дополнительно дает понижение урона противника, то есть вроде как бы интересно, но так как убивают жабу, то есть помощника, которого она вызывает, сливают ее, то есть по сути, если убивают одного, сливается основной перс, потому что дефа у него не так уж и много, как написано. Ну вот видите, как-то так. Ну кого-то мы-то там ушатали. Ну, тыкву ушатали целую, ничего себе. Это жестко. Поехали потестим на подземочке. Вот тут, вот, думаю, будет интересно посмотреть. Король не для подземок, больше такой для PvP локации, не знаю. Но посмотрите, урон вроде как бы есть. Шатает. А она шатает. И шатает довольно-таки неплохо. Отхила бы, конечно, еще. Ну, к сожалению, как видите, немножко не то. Так, а что у нас тут по архи? Вот скоро будет архи, отлично, надо будет затестить архидемона. Поехали на экспедицию. Тут хоть будет видно, что оно может. Сразу же уберем. Возможно, с 20-м прорывом она, как и все, будет хоть немножко наебать бездонатных персонажей. Ну а так, честно говоря, я даже нигде не использую себя, потому что, ну, это не тот герой. Поначалу все думали, что это реально будет жесть, но, как видите, это не та жесть, которая должна быть. Да, урона как бы немало. Ну, тут Анубиса, конечно, шатает. А она шатает первую эволюцию. Ну, кто кого, бульдозер, либо она бульдозера слила. Все. Надо срочно всем качать, ребят. Вот, смотрите, она не включилась. И получила люлей. Так вот, не знаю,
Интересный, конечно, персонаж, но на деф смысла не вижу собирать. Прокачивать топ-чары тоже смысла нет особо, потому что, ну, это не тот персонаж, который будет тащить там, либо помогать пачке. Да, в определенных ситуациях, возможно, будет интересно посмотреть на нее, но это немножко не то. Это один из тех персонажей, которого добавили там относительно недавно, но он относительно не тащит. Поехали нагибать. Ну, призывает автопроком, как бы, в принципе, жабу. Если бы у жабы хотя бы какие-то иммунитеты были, либо просто дали лучше бы ему персонажу урону, это было бы намного, думаю, интереснее. Да, тут вот мы нагнули. Смертушка нас просто жесть, конечно, убилась об отражалку, походу. Или смотритель. Скорее всего, что смотритель еще добил. Ну вот против таких героев, да, это имба. Против нормальных топовых героев это слив. Не знаю, такое себе. Хотя я и знал, что так и будет, но ожидал все-таки, что как-то будет получше герой смотреться. Возможно, в забытой сейчас посмотрим. Возможно, там хоть некоторое время герой будет себя хоть чуть-чуть показывать. Ну, я в этом тоже очень сомневаюсь. Поехали. Хотя тут урона, в принципе, неплохо должно быть. Так, против Фреи. Ну вот против Фреи тащит, смотрите. Ну сейчас жабу только сольют и все. Ну все, жабу слили, герой ничего не сделал. Да, мы там ушатали некоторых героев со вторыми эволюциями. Ну, это, честно сказать, не то. Есть герои, вот тот же самый Лазуликс. Вот сейчас мы его увидим, который, ну, просто тащит. А это такое себе. Хоть он и бездонатный, но герой того явно не стоит. Так, ну вот еще один, поехали. Потестим против Нубада. Урона тут сейчас много, он включается сразу. Посмотрите, что сделал. Но тут вообще без вопросов. Просто имба. Но Нубиса, конечно, будет тащить, потому что если будет включаться вовремя, Нубис ничего не сможет сделать. Так, тут мои топ-герои тащут. Добейте Фрей уже. Красавчики. Но Ринус огненько смотрится. Круто. Такс. Кто это у нас тут еще? Ну, давайте против его посмотрим. Раз, два, три. Оп. Ну, тут, конечно, урона немерено. Это первых 10 секунд, либо пока не убьют жабу. Отлично. Отлично. Думаю, тут сейчас будут мега-герои. Вот видите, жаба очень быстро проседает. Немножко бы ее улучшили, было бы поинтереснее. А так, к сожалению, все очень-очень печально.
Скин, конечно, смотрится прикольненько, но немножко все не то, чего хотелось бы. Отлично, вот есть какой-то хром. Надеюсь, он заряженный. Угу, конечно. Мечтай, мечтай, называется. Ну, не знаю, ребят, такое себе. Я бы не вливал в этого героя ресурсы, не качал бы однозначно ему девятку. Вы попросили, показал вам его ремкопакт. Но это не то. Для бездоната, конечно, такая сборка будет мега топовая, имбовая. Но если смотреть с плана универсальности и использования, я ребята не использую и вам не советую его качать и вливать ресурсы. Давайте еще этого попробуем. Надеюсь, тут вторые. Купидон и заклинательница. Ну, против Фрей затащит. Красавчик. Затащил. Или, точнее, затащила. Это она. Многие не знают. Оказывается, в описании, что это она. О, Некрос. Ну, давайте еще разок. Я по-любому затащит. Махатма, все дела. Ну, вообще просто Винвиз ушла и все. То, о чем я говорил. Просто мега крутой герой. Даже можно дальше не бежать. В общем, ребят, такой вот герой, не знаю. Пишите в комментах, кто где использует. Ну, я сразу сказал, что это немножко не тот герой, ради которого там стоит. Ну, ничего себе. Только хотел сказать, не стоит качать, я почти чуть не слил топовый герой. Все, пишите комменты, подписывайтесь, пишите, что вы думаете по поводу этого героя. Но это один из героев, который реально не тащит. Все, всем удачи, всем пока.